Всем привет-привет! С вами Лилия Донскова. И у нас обзор третьего заказа по каталогу номер 14 на 53 балла. Это накладная. Я очень хочу похвалиться этим заказом, потому что он очень крутой. О, кстати, мне вложили каталог премьер-клуба на 15-й период. Значит, я уже заработала суммарно 150 баллов. Но это мы с вами посмотрим в отдельном видео. Чуть ко мне пристаешь? Хулиган. Почему я срочно делала этот заказ? Потому что у нас вышло спецпредложение. Вау! Ой, я получила. Вау, осень, и в нем было масло Элео. И я вам сейчас расскажу один лайфхак. Я выложила в Инстаграм, в сторис, картинку и написала «Скидки, кому надо». И мне два человека заказали масло с Инстаграм. Одно масло заказала моя подруга и одно масло себе. Вот, поэтому четыре масла сразу, быстро, моментально, прям за один день заказали. Я сразу скинула заказ, потому что боялась, что его не будет. Так, это потом покажу. Набор каштан, конечно же, я его взяла еще один, скорее всего, себе оставлю, потому что мне он очень понравился. Чудесный аромат, классное качество, шикарный дизайн. Меня в последнее время тянет на вот такое вот что-то древесное, такие вот расцветки спокойные, без ярких тонов, но осень, наверное, навевает такие орнаменты. Далее, у меня здесь очень-очень много мыла. Мыло, потому что я очень люблю именно вот эти японские церемонии мыла и мыло с ананасом. Кстати, сегодня только закончился гель такой ананасовый, а мыло нам очень нравится. Так, и я взяла сразу 7 кусков, пополнила запас, потому что мыло всегда нужно. Это под заказ. Здесь 5 смягчающих средств с ароматом граната. Очень классное смягчающее средство. Считаю, что оно нужно абсолютно всем. Кстати, одна клиентка заказала сразу 7 штук. Вот 5 и 2 других я дам из прошлого заказа. Хорошая вещь для того, чтобы зимой спасаться от сухости, от морозов. То есть можно мазать все глазки, ротик, носик, ноготочки, чтобы кутикула была мягенькая, локти, колени, пяточки, то есть вот все, что сохнет, где, может быть, есть какая-то гусиная кожа, болячки, все мажьте этим смягчашечкой, очень вкусненькой. Так, где кот? Где? Оп. Это тушь, она сейчас идет по акции, и это тоже под заказ, тушь Джордани. Очень рекомендую всем, кто вообще любит серию Джордани, и сейчас воспользуйтесь этим чудесным предложением, потому что тушь всего за 299 рублей, но это просто очень-очень-очень доступно. Вместо платы за доставку, так как мы заказ делали на офис, и чтобы не платить 93 рубля, я заказала сыворотку для волос. Сейчас скажу, сколько она стоит. Она вышла всего за 305 рублей, а за доставку я бы отдала 93 или 97, я не помню. То есть, фактически 200 рублей за такую сыворотку. Я ее, конечно, оставлю себе, потому что я ее беру всегда, постоянно. Она шикарно ухаживает за кончиками, потому что волосы очень длинные. Естественно, они на концах сухие, потому что это уже мертвый волос. И... естественно, хочется, чтобы они выглядели такими гладенькими, послушными. И меня спасает только вот масла и сыворотка. Еще мне нравится CC-крем, но все-таки больше у меня предпочтение вот как бы уходит к маслу и к сыворотке. Ими я пользуюсь постоянно, а CC-крем почему-то забываю. И еще мне очень нравится, как они пахнут, особенно масло, просто бесподобный аромат. И скажу, как пахнет вот эта новинка. Тоже откручу, прямо отсюда понюхаю. Тоже очень такой сладенький, нежный аромат. Мне он нравится. Я просто новинку еще не брала. У меня еще и старой коллекции был флакончик. Поэтому буду пробовать теперь новенькое. И это еще не все. Ба-бам! Вот что у меня в заказе. Наконец-то стали приходить долгожданные... Кот Люка вечером. Долгожданная посуда, которую мы заработали по акции, по-моему, она называлась «В лучших традициях». Вот. И я вам сейчас покажу, что мне пришло в этот раз. Это чудесная сахарница. Я ее уже посмотрела. Она действительно
хороша. Я хочу собрать весь набор. И в новом доме, когда мы переедем, будем пользоваться этим белоснежным набором. У меня несколько комплектов чашечек. У меня будет сахарница, молочник, заварочный чайник и большая супница. Я как спонсор ее тоже заработала. Смотрите, какое чудо. Но я думаю, что этого стоило подождать. Она очень хороша, такая прелесть. Ну, говорят, что это вручную роспись ведется. Я даже не представляю, сколько это нужно мастерить, чтобы рисовали такие орнаменты красивые. Ну, мне приятно, что компания вот за 99 рублей всего вот эта вот сахарница вышла. Это здорово. Вот, это весь мой заказ. Он небольшой, конечно, но он очень классный, чудесный. И вообще я очень люблю получать заказы и готова их делать часто, очень часто, потому что такое состояние праздника, когда получаешь новинки, особенно когда там есть что-то для себя, а как вы видите, я себя все время балую. Чего и вам желаю. До новых встреч, с вами была я. Подписывайтесь на канал Лилии Донсковой. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших видео. И до новых встреч. Идем целоваться. Идем. Он сегодня только драться хочет. Не хочет целоваться. Ай! Все. GoPro, стоп видео.